Совхоз имени Ленина наградили победителей конкурса «Новогоднего украшения дворов». Мы на нашем канале уже публиковали выступление директора ЗАО совхоз имени Ленина Павла Грудинина, который объявил о результатах работы жюри. Итоги были подведены, и мы рады, что действительно дома, жители, такие вот сообщества получились, и они совместно проводят вот украшения домов. Это очень красиво. Они действительно очень много делают для того, чтобы жизнь в это непростое время была такой более веселой, потому что сплотясь, все-таки вот такие мини-кондоминиумами, значит, можно будет преодолеть много трудностей. Сегодня, 21 января 2022 года, в клубе «Золотая осень» были вручены сертификаты на озеленение представителям многоквартирных домов. Перед началом для гостей председатель профсоюза Наталья Павловна Зенина провела небольшую экскурсию по клубу. И основателями нашего клуба, основоположниками, является вот Павел Николаевич Грудинин и Манелис Николаевна. Мастерская рукоделия. Клуб этот, мастерской возглавляет Ларкина Лариса Владимировна. Поблагодарив за проявленную инициативу неравнодушных граждан, Наталья Павловна попросила рассказать о том, как люди организовались для украшения дворов. А участвуют вот в этих конкурсах, наверное, не только вы, еще и другие семьи, да? Конечно. Как это вот происходит? Да. Вот у вас там вот вы собираетесь? В чате, да? Обсуждаем. Обсуждаете? Да. Собираем деньги со всех. Я хочу сказать, что когда мы все трудились, это делали, мы, конечно, рассчитывали только, чтобы понравилось детям. И мы никак не ожидали, что это понравится еще и взрослому коллективу совхоза и то, что оценят работу. А дети действительно были счастливы. И подростки фотографировались, и взрослые, и всем это поднимало настроение. И это очень дорогого стоит, потому что если человек прошел и улыбнулся, да, и это в стиле совхоза, в духе совхоза. Как в совхозе все сделано? Ты идешь, не можешь не улыбнуться, глядя на парк, на клубнику, на эту качелю, на все, что делается для людей. Поэтому вдвойне приятно, что люди, живущие в новых домах, объединяются и эти вещи делают вместе. Это ваш дом? Это ваше первое место? Да? Ну, мы точно знаем, что там большая роль ваша, поэтому еще благодарность вам. Держите. Спасибо. Отдельно. И книжечка. Спасибо. Это первое место. Ваши туи ждут вас весной. Спасибо. Второе место. 5 яблонек. Придем, сами будем их выбирать. Все. Выберем крупномер. Самое лучшее. Сами будем сажать. Будем сажать. Спасибо большое. Местечко надо только подобрать. Найдем. Заранее. Найдем. Спасибо. Целую аллейку можно посадить. Спасибо большое. Спасибо. 20-й дом сегодня не смог присутствовать. Угу. Мы им все передадим. Они большие молодцы. Они в прошлом году не прошали двор. В этом году повторили, устраивали народные гуляния. Там тоже дружный такой хороший двор. Яблони им точно не помешают. Все им передам. Сертификаты были вручены. И после совместной фотографии на память мы расспросили о планах на будущее конкурсантов. В следующем году будем достойными конкурентами первому месту. Очень хочется тоже получить 5 той. Очень приятно, что у нас все-таки в совхозе завелась такая традиция. И в дальнейшем будем стараться. Будем стараться. Есть куда стремиться, да. Будем стараться. Мы постараемся и продолжим в таком же стиле. Будем делать наш двор красивым круглый год. И весной, и осенью, и зимой, и летом. Чтобы все это радовало жителей нашего дома, чтобы у них было прекрасное настроение, и чтобы, глядя на наш двор, они сразу, заходя, понимали, что они пришли домой. Я на самом деле очень-очень радуюсь всегда, когда люди объединяются вместе. В наше время все сидят по чатам, по что-то там разговаривают, мало встречаются, но когда люди собираются и делают дела вместе, жизнь меняется в лучшую сторону. Поэтому, люди, собирайтесь, улучшайте свою жизнь собственными руками. Закончилось все чаепитием и разговором за столом о секретах украшения дворовых территорий. Люди поблагодарили трудовой коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина» за предоставленные призы и выразили готовность устраивать конкурсы согласно временам года. Хорошо, когда есть гражданская инициатива, которую поддерживает градообразующее предприятие во главе с Павлом Грудининым. Вот бы этот опыт распространить на всю Россию. С вами был ТВ Совхоз. Благодарим за внимание и надеемся на вашу активность в продвижении этого видео. До скорого!